Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Ну вот и тот самый долгожданный день, когда мы хотим поделиться нашей радостью. Кто же у нас будет, мальчик или девочка? Это брат Фердинандо и его супруга, которые прилетели с Милана. У них еще будет завтра здесь тоже событие, и поэтому они смогли быть тоже на этом празднике небольшом. Сейчас идет такая игра, кто выбирает, кто голосует за мальчика или девочку. Ну вот и настал мой черед. Я почему-то в душе чувствую девочку, и поэтому эта свекровь говорит: «Ой, а Джованна выбирает розовую, а я выбрала мальчика». Я говорю: «Мне кажется, будет девочка». Поэтому у нас вот такие, как жеребии в виде сердечек. Каждый, кто пришел, пока гостей нет, мы сами с своими семьями. И пока мы в тишине и спокойствии, можем спокойно проголосовать, кто же кого чувствует. А все остальное и самое интересное будет уже в конце. У нас, конечно, нет терпения, пока придут все-все-все. Я пришла днем, но сейчас вот милашка сама тоже будет голосовать, кого же она выбирает. Она очень волнуется. Она сама не знает, потому что она попросила врача, чтобы он никому не сообщал, только ее подруге, которая потом сделала, заказала торт, который нужен, и принесет его к вечеру. Сейчас вот уже после обеда, вот мы сидим тут и пока свои жребий записываем. Это Анжела, супруга брата. Скажите, devo tradurre. No, quella che senti, Meli, quella che senti. Una sono io che devo cantare, non mi preoccupare. Adesso arriverà il team boy. Ah, no, anzi, io devo mettere già due voti di persone, due persone che non verranno, e sono due maschi. Mia cugina e la mia amica di Sorrento. Vai. È la prima, visto? Vabbè, poi continuiamo pure qua. Sì, ora, la mette pure Ferdinando, va bene. Всем привет! Бай! Маскио! Маскио! Браво, Фердинандо! Бонасира! Мангиаро, no? Sì, tutto, tutto, tutto. Ну вот, решили сделать голосование и племяннику тоже, первому внуку этой семьи. Он, как видите, дергает голубые сердечки, значит, ему сейчас тоже удастся проголосовать за мальчика. Напишет сейчас его мама имя его и приклеит. Там, где... Во-во-во, вот так он еще и потрясет ручками, подтвердит. В общем, мы все убедились, что он выбрал мальчика. Это та самая подруга Миланы, которая знала единственная,
тоже будет. И посмотрите, она первая потрогала розовые сердечки, но потом она очнулась и говорит: нет, нет, я не должна ничего писать, и отошла быстренько, ни под каким предлогом она нам не захотела, ни намекак. Мы ее, ну мы в шутку, конечно, мы все это ее и так, и сяк, и говорим: давай мы ее напоим, потом она нам все расскажет. Ну что, ничего она не сказала, ни полслова, ни полнамека. В общем, сюрприз удался. Vai, per favore. Per favore, non lo far cadere. No, 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 non ti fermare. Attenzione. Fermati. Io, mio padre. Sì, Мальчик девочка. Ok. Peccato con quella luce. Ah, questa è bellissima. Ecco, la mia faccia, la mia faccia. Di qua, di qua, di qua. Sull'altro lato, su bianco. Ah, va bene. Ok. Va bene. Va benissimo. Sì. И каждый, кто приходил, конечно, проходил процедуру голосования, мальчик или девочка, кто как думает. Ну и обязательно все подряд спрашивали, знает ли она, и нам просто не говорит. Она с огромным сожалением говорила, что ни она не знает, ни мой муж не знает, никто, только эта девочка, которую зовут Летиция, единственный человек, который знает все. Сейчас она просто смотрит подарок, который ей принесли для ребенка. L'ho visto a un baby shower, ho rubato l'idea. Bello, perché no, sì, è un po' diversa, non devo fare la forma. No, vabbè, cioè io già mi sono messa a fare la forma, poi quando nasce metto il piedino. Esatto, ma tu puoi anche scegliere la manina, si entrano tutti e due i piedini. Faccio manina e piedi. E poi resta per sempre. Bello, grazie, bello. Io ho detto a mia mamma e mi rimango. Scappa. No, bellissima, poi ce la facciamo. Fino all'ultimo. Votare.
maschio o femmina, deve scrivere il suo nome, celeste o rossa, ci sta la penna. Devo votare. Chi pensi chi sarà, maschio o femmina? Prendi questo cuoricino, scrivi Massimo sopra e lo attacchi con i blu o con rosa. Spostati più. Ah, Massimo pensa che è maschio. Staccala e metti con i blu sopra, nella prima riga. Ok. Pronta. Bravo. Ok. Bravissimo. Zio Gabbiano. C'era Gaudenzio con Nicola piccolino. Comunque noi dicevamo Sebastiano, Sebastiano, quello non aveva capito bene. Poi c'è Zio Gabbiano, Zio Gabbiano. Ok. Ancora tutti con gemelli, ma si sono messi in piedi. Ma è un bel gemello, un bel gemello. Un bel gemello. Un bel gemello, ma che film. Perfetto. Se ci aiuti tu, siamo qua. Abbiamo dato maschio, giusto perché era la mia. C'è uno in più con le maschere, vuol dire. È uno in più sempre per la storia. Tu che hai votato? Maschio. Maschio. No, io femmina. A poco non sta vincendo niente, ma no. Perché Ferdinando aveva messo dentro qualcuno poi a posto. Ho rimasto questa. Gattolissia, Gattolissia, uccidete di Marietta. Ma quindi bello e buono. Aspetta, voglio capire una cosa. Voi tagliate. Giuseppe. Aspetta, non so. Giuseppe, grazie spa. Ma sei in alto? Quando magari ci sarà lui, sarà lei. Sarà lui, sarà lei. Ma metti di cosa la voce da torta? Giuseppe, te la sarà di solito. Thank you.
Ma io ti do il Ma che cosa c'è più?